Господи, как волновали меня в детстве ночные пароходы. Мимо проплывала какая-то особенная, таинственная, прекрасная жизнь. Что-то обещая, куда-то маня. Пароход уплывает, а я плачу. Плачу от предвкушения счастья, которое будет у меня. Обязательно будет, не может не быть. Ну скажи, я молодец, что придумал эту поездку. Как ты любишь, чтоб тебя хвалили. Не увиливай, отвечай. Ты у нас всегда молодец. Таких, как я, только двое. Я и кучер на Александринке. Вынь стаканы из буфета и помой, пожалуйста. Ну зачем ты все это затеиваешь, Алешка, не понимаю. Ведь скоро ужинать идти. Спокойно, Маша, я Дубровский. Путевка стоит 104 рубля с носа. А на питание из них всего 2 целковых в сутки. Воображаешь, чем нас накормят? Ну, Господи, ну не пошли бы. Вон, сколько ты набрал, на неделю хватит. А зачем казенным харчам пропадать? Ты знаешь, чем я соблазнил ребят? Отдельными каютами и фирменным баром. Избаловал ты их в конец. А что же остается бедному отцу, когда матери дел нет до родных детей? Она у нас занята материей более тонкой. Мы на предметном стеклышке микроскопа не умещаемся. Да ладно тебе, Алешка. Купил мальчишке машину. Зачем? Зачем ему выделяться среди товарищей? Этот мальчишка скоро заканчивает институт. И неизвестно, когда еще будет зарабатывать. Так. Так. Нет. Против кооперативной квартиры ты что-то не возражала. Даже наоборот, тебя вполне устраивало, что он уйдет из дома. Ты же продолжаешь ему давать деньги на побои. Слушай, а когда мы с тобой вот так в последний раз ездили вместе, а? Не знаю. 10 лет назад. В Таллин. С ума сойти, как живем. Даже в санаторий ездим врозь. Не кажется тебе, что мы вообще живем как-то врозь? Чего это ты меня так разглядываешь? Красивая ты сегодня до неприличия, Анна. И почему ты не стареешь, а? Да вот тебе, я старая баба. Да, да. Знаешь, как меня лаборантки называют? Знаю, знаю. Железные леди. О, вспомню. Когда это было? Они теперь меня величают старуха. Да. Ахтун, девочки, старуха ползет. Ну, когда тебе да. Сочиняешь ты, Анна. Святая правда. Вот мерзавки. Знали бы они, что на ученых советах я до сих пор чувствую себя взорвавшейся девчонкой. И до сих пор удивляюсь, что они меня принимают всерьез. Вот уж не замечал, что ты страдаешь комплексом неполноценности. Господи, при чем здесь комплекс неполноценности? Вот ты, Алешка, замечаешь свой возраст? А как же, а как же? Мне, по крайней мере, лет 250. Отстань, Алешка. Прошу к столу. Иди, стареющий юноша. Прошу к столу. Держи. Ну, куда мне столько? Я Косей. Косей, балдей, сегодня наш день. Господи, что за наш день? Я знаю, что забыла день, когда мы с тобой ходили подавать заявление в ЗАГС. 25 лет назад тому. Четверть века. С ума сойти. Господи. Алешка, какие же мы с тобой старые. На. Алешка, какие же мы с тобой старые. Помнишь, в ЗАГТе шел ремонт? Грязища. И звездка. Стульев не было. Мы стояли, как дураки. А в соседней комнате регистрировали смерть. Старушка в трауре плакала. Ну, бог с ней, со старушкой. Давай. Выпьем за нас до дна. За нас. Ну, проси. Что? Вот так. Спасибо. Ну, до дна. Ай, какая гадость. Да что, с ума сошел? На счастье. Вся наша беда в том,
что свадьбы не было, и мы с тобой не били бокалов. Давай допивай, бей. Бедно. Громи. Ну ладно. Алёшка, не разбился. Да. Стаканы мы научились делать с 10-кратным запасом прочности. Не то, что автомобили. Рыбу на троих. Слушай, Анна, а давай плюнем на все и махнем на кижи. Правильно говорить, не кижи, а кижи. Нет, кижи – это коряво, не звучит. А вот кижи, ты вслушайся, это как музыка кижи. В этом есть какая-то некая волнующая тайна. Разрешите, мадам, пригласить вас на танго? Ну, довольно есть, ну. А тебе не кажется, что тебе уже вроде бы за 50, что фактически жизнь уже прожита, а ты еще ведь еще не начал жить, Ты разучилась танцевать, мать, и как тебя послали за границу, такие неотесанные. Нет, было, правда, но было детство, потом юность, а потом война. Ну ведь а потом-то что, а? Ну ведь все кажется, что настоящая-то жизнь впереди, а? Что ожидание настоящей жизни, Алёшка? Итак, дорогие товарищи отдыхающие, наш конкурс народных танцев продолжается. Помните о призах, товарищи. Их еще много в моем кармане. Военные, таборные, цыганские интервенции. Курды! Курды! Товарищи! Цыганская ладь! Да, нет! Привет, Курдычка! Смерти. По-моему, он очень несчастен. Иди, пожалей его, ты у нас такая сердобольная. Дурак ты, Пашка. Ну ладно, пошли, может, бар уже открыли. Его через час откроют. Прошу вас. Спасибо. Танцуем! Перебьешься! Вальс! Ты что, с ума сошел, что ли? Ну-ка, двигай. Ну ладно, Паш, двигай, ты двигай, что? Двигай. Ненормальный, да? Что, не ясно сказал, что ли?
Ромка, топай, топай, топай! Мы проходим мимо легендарного детского пятачка, обильно политого кровью советских солдат в годы Великой Отечественной войны. Здесь, на крохотном клочке земли, стояли насмерть наши отцы и не пропустили врага. Алёш, ну отстань, Алёш. Ну что ты как маленький? Хочешь ещё выпить? Да нет, я уже и так пьяная. А так немного 50, Алёша. А сколько раз я встречала весну? Если вычесть младенчество, то раз ведь 40, не больше. Да, но сколько раз я видела весну? Видела, как растёт трава, как пробиваются листочки на деревьях. Да ведь по-настоящему только один раз. В блокаду 42-м. Ты знаешь, у нас во дворе росло дерево. Я помню, весной я стою у окна и вижу, как к дереву подходит мужчина, срывает эти листики и жадно засовывает их в рот. А потом открывает портфель и в портфель, в портфель, в портфель. Господи, как мы радовались первой траве. Мы ее срывали всю без разбора и ели. Для человека время измеряется количеством событий, совершающихся в единицу времени. Вот, я, например, живу очень давно и прожил, по крайней мере, 5 или 6 жизней. Да, ну, войну-то я могу вспомнить день за днем, час за час. А что было потом? Ну, помню роды. Смерть Сталина. Защиту докторской. Ах, гадость. А что дальше? Доклады, выступления, заседания, поездки. Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу. Чёрта рыжего! Розовые слюни по сравнению с тем, что видел в плену и в лагерях. Живу, как будто сама втиснулась в переполненный вагон метро. И несу с грохотом и воем по темному туннелю. Но я научился ценить каждое мгновение жизни. Извлекать из всего радость бытия. О, например, глоток коньяку. Ой, да это же надо так испортить армянский коньяк. Ты знаешь, люди на своих остановках выходят. А я забыла, какая моя. И все мчусь, мчусь, мчусь. По бесконечному туннелю. Неизвестно куда, зачем. Жизнь подставляла мне подножки. Кладывал железные капканы, но я отгрызал с себя лапу и уходил. И все равно я люблю жизнь. Мне крайне интересно, какую еще штуку она со мной выкинет. А? Ты знаешь, у нас тут в институте выступал Гранин. И знаешь что, Алеш? Ты меня слушаешь? Да, прости, что. Я говорю, у нас выступал Гранин, ну? Так вот, ему задали вопрос, почему он перестал писать об ученых. И знаешь, что он ответил? Ну и что же ответил всем письменник? Я увидел по телевизору морду у него. Симпатичный, хитрющий, умен. Он сказал, что он у нас разочаровался. А? Почитал нас за жрецов науки, искателей истины, а оказывается, мы не служители, а служащие. Представляешь, какой шум поднял. Я воображаю, да. Он прав. Многие сделали из науки кормушку. Все это погоня за степенями, диссертациями. О, Господи! Брось бы все это к черту. Уехать бы в какой-нибудь городишко. Ага. Завести козу, сажать картошку и укроп. А? Почему обязательно, Алёшка, укроп, картошку, козу? Я могу преподавать детям биологию. Детей учить ты не можешь, ты их не любишь. У тебя что, неприятности в институте? Да нет, все нормально. Через неделю доклад в Вене. Переработалась ты, мать, отдыхать не умеешь. Оттого и впадаешь в черные мысли. Можно подумать, что ты получаешь удовольствие от своей физики. А я наукой давно не занимаюсь, я ей руковожу. Ну чего ты раскисла, Анна? Держи хвост трубой. Прекрасная каюта на отличном теплоходе. На завтрак нас ждет пшен, какой я не вкушал со времен онных. Ну чего тебе еще надо от жизни?
после завтрака мы пристанем к очарованному острову, воспетому Шишкиным, Лесковым, Чайковским, и же с ними, что удостоверено печатно в путевке. Благословляю вас, леса, долины, Нивы, реки. Что там дальше забыл? Горы. Горы. Алёш, ты выпил слишком много. У тебя опять будет плохо с сердцем. Да. Ла-ла-ла-ли-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Ли-ла-ли-ла-ла. Анна. Алёш. Ну, Анна, не надо. Ну, не надо, Алёш. Ну, не надо, Алёш. Ну, не надо. Ну, не сейчас, Алёш. Ну, не здесь, Алёш. Ну, тут валялись всякие. Ну, Алёш, ну, Алёш. Ну, Алёш, ну, не надо, Алёш. Ну, хоть ты занавески задёрни. Слушай, неужели тебе нравится, что всякий хмырик тебе липнет? А почему бы и нет? Что они в тебе нашли? Во мне есть что-то мамино. Не понял. И не поймешь. Для этого нужно быть настоящим мужчиной. Не выступай. В матери есть нечто. Поэтому отец так и помешан на ней. И во мне есть нечто. Мамино? Угу. Мамино! Чита, Грита, Чита, Маргарита, Ван. Чита, Грита, Чита, Маргарита, Ван. Я, конечно, пас перед матерью, но зато у меня есть характер. По-твоему, мать бесхарактерная? Угу. Не любит отца, живет с ним и даже не изменяет. Да, когда-то это называлось порядочностью. Что, по-твоему, замужний человек не имеет права влюбиться? А если это настоящая любовь? Какая одна в жизни? В таких случаях разводятся. Примитив. Не знаю, возможно, у матери был характер. Но она от него отказалась. Ей так проще. Во всяком случае, дома. Послушался тебе. Надо было бутылку купить. Сопьешься, Пашка? Заглохни. Погибнешь? Конечно. Лучше умереть богатым и здоровым, чем нищим и больным. Она сказала, не скучай.
Ань, ты что? Алёша, дай мне сигареты. Не курил бы ты в каюте. Открой. Анюта, поднимайся. Прими душ, пойдем в кино. Тебе что-то приснилось? Ты даже закричала. Мне приснился Пашка. Это сына ты так испугалась? Ты знаешь, о ком я говорю. Ничего нет удивительного. Целый вечер предавались воспоминаниям. Ну, ладно, давай, поднимайся. И пойдем в кино. Посмотрим, жандарм женится. Говорят, идиотизм, но смешно. А потом закатимся в бар и кончим день за гулом. Будем плясать буги-вуги на удивление всем трудящимся и собственным детям. А? Хорошо? Алёш, а ты часто изменял мне? Случалось. Чего не случится за четверть века. Но какое это имеет значение? Это было давно и неправда. Интересно знать, что это были за женщины. Твои сотрудницы, секретарши по совместительству. Уборщицы. Чему ты завела этот разговор, а? Ну, при твоей жадности к жизни я не удивлюсь ни уборщицам, ни официанткам. Официантки тоже женщины. Побойся Бога, Анна нашла Дон Жуана. Да по сравнению с другими мужиками, я младенец. Да, наверное, это очень просто делается. Покупаются путевки вот на такой теплоход, да? Здесь ведь очень удобно заниматься любовью. Безопасно. Ты никогда не задумывалась, как трудно жить с тобой? Вся наша интимная жизнь – сплошные отказы, уговоры, запреты. Ни нежности, ни ласки с твоей стороны. Ты даже в губы не позволяешь целовать себя. Я всегда выступал в роли просителя. А ты, снисходя, допускала меня к себе, относясь к этому как к неизбежной, но малоприятной необходимости. Да, у меня были женщины. Я должен был освободиться от тебя, обрести свободу. Но ни черта из этого не выходил. Обнимая другую бабу, я думал только о тебе. И еще сильнее желал только тебя. Я знаю, что зря это говорю. Ты не поймешь. Тебе это не дано. Но согласись, из любви к одной спать с другой, в этом есть что-то. Хотя, какое я имею право, ведь я сама. Что сама? Что сама? Что ты выдумываешь? Ты ненормальная. Ну как можно всю жизнь винить себя в том, чего не было? Пашка, конечно, себе бы этого не позволил. Да откуда ты знаешь, каким бы сейчас стал Пашка? Пашка. Сколько продолжался ваш роман? Месяц, пока не началась война. А я знал Пашку с детства. 10 лет просидели с одной партой. Вместе поступили на физфак. Вместе ушли добровольцами. Я знала его, потому что любила. Любовь чаще всего слепа. Посмотри на меня. Ну, посмотри. Мы с тобой прожили целую жизнь, а я, оказывается, ни черта в тебе не понимаю. Ты для меня черный ящик. Когда я вернулся наконец в Ленинград, я очень боялся идти к тебе. И дурак, что сделал это. Лучше было бы не ходить.
Но ты тогда обрадовалась мне, и я принял твою радость за чистую монету. Только потом, когда мы уже поженились, я понял, что ты обрадовалась мне, потому что на мне лежал Пашкин отблеск. В глубине души я понимал, что принимаю за любовь твою тоску по всему, чем была для тебя юность. И все-таки обманывал себя. Тогда ты меня спасла, втянула в жизнь, заставила учиться. Я был счастлив. Но время шло, и ты продолжала ворошить прошлое. Я поражался твоему эгоизму. Молодая, тонкая женщина, по себе знавшая, что такое боль и тоска, раздирала мне душу. Пашка, Пашка, Пашка! Ты вселила в меня чувство вины за то, что я остался жив, а не погиб, как твой Пашка. Ты и сына назвала Павлом. А когда он подрос и, естественно, стал не похожим на твоего Пашку, ты стала к нему равнодушной. А я все ждал. Ждал, что ты проснешься, увидишь и поймешь любящих тебя людей. Увидишь жизнь такой, какой она есть. Но ты, замкнувшись в себе, отдалялась все дальше, дальше и дальше. Ты знаешь, Анна, когда я последний раз ездил в Париж, после одного из заседаний, кто-то из наших придумал поехать посмотреть русское кладбище. Грустное, я скажу тебе, зрелище. Сотни русских могил на окраине чужого города. Так вот, подходит нам очень старый господин, извиняется и говорит, что услышал русскую речь и очень хочет узнать, кто эти советские, посетившие мигрантское кладбище. Мы представились, разговорились. Он назвал себя, вот забыл. Очень известная княжеская фамилия. Сказал, что пришел навестить могилу сына. Он был коммунист, и его расстреляли немцы во время оккупации. И у самого в петлице ленточка ордена почетного легиона. Я его спросил, не собирается ли он навестить родину. А он мне в ответ: я приеду в Россию, когда Ленинград снова будет называться Петербургом. Вот так. Небось, уже и место приглядел себе на этом кладбище, а все туда же. Ну, я ему, естественно, ответил, что в таком разе родины ему не видать. Он отвернулся от нас, спина прямая, наверняка бывший военный, и зашагал от нас по дорожке среди могил. К чему ты мне все это рассказал? Не поняла. Перед отъездом он пришел к нам в отель, извинялся передо мною, плакал. Ты идешь в кино? Нет. У меня разболелась голова, я выйду потом подышать воздухом. Как хочешь. Не забудь одеть пальто, на озере будет ветрено и холодно. Я оставлю тебе билет на столе. Захочешь, идешь. Садясь в невидимый трамвай, она нигде не одинока. Она мой ад, она мой рай. Она волшебница планет. Я посвящаю ей весь свет. Она хозяйка всех желаний. Она владелец.
лицо всех бед. Я знаю, встреча предстоит. Она сама мне позвонит. Она придет без опоздания. Она судьбу мою решит. Она сказала, не скучай. Она сказала, не скучай. Садясь в невидимый трамвай. Садясь в невидимый трамвай. Она нигде не одинока. Она нигде не одинока. Она мой ад, она мой рай. Она мой ад, она мой рай. Я боюсь воды. Я тут войну на ледовой дороге вольнонаемной служила. Вот с тех пор и не была. Мы все очень боялись умереть на льду. Боялись, что нас рыбы съедят. С тех пор и не была. Я очень боюсь воды. Вы знаете, я даже боюсь в ванной сидя мыться. Обязательно должна под душем стоять. Боюсь воды. Вот перед рассветом, когда машины проезжали через озеро, шоферы очень мчались, чтобы быстрее проехать эти 30-32 километра. И утром мы находили по 5-6 трупиков. Это были маленькие дети. Они были мертвыми. Ребенок на полном ходу вылетал из рук матери. При вылете скользил. И ударялся об этот лед. Мать держит ребенка на руках. Машину тряхнет на ледяном бугре. И ребенок вылетал у матери из рук. Она ведь была слабой. У нее дистрофия, не третья, а может быть даже третья. Аня, где ты ходишь? Я ищу тебя по всему теплоходу. Ключ открыт у тебя. Извини. Павел меня беспокоит. А чего не беспокоиться, с ним все в порядке? Ты так считаешь? Пойди, полюбуйся. Я смертельно боялась за него, когда он был маленьким, а теперь все меньше и меньше. Что я могу сделать? Он взрослый, пусть думает сам. Анна, это жестоко. Ну, что ты хочешь от меня? Ну, иди и забери его из бара. Мне не справиться с этим здоровенным оболтусом, и вообще это творение только твоих рук. А дочь? Что дочь? Чьих рук творение? Ты думаешь, моих? Я совсем не знаю эту девочку. Полезно менять обстановку. Выясняется много нового. А чего нового мы узнали?
что я плохая жена и плохая мать. Для этого не надо ездить на Валаам. Я могу умереть за них, если понадобится, но я не могу жить для них. Это твои дети, а не мои. И вообще у нас все твое. Твои дети, твои гости, твоя квартира, твоя семья. А я твоя жена. А я не твой муж, да? Извини, я устала. Паш, ты что? Тебе плохо? А? Дай платок. Ну? Да. Где ж твоя? А? Ну ее, дрянь. Паш, пошли в каюту. Пошли.
очень много берет. Понятно. Ну, оставь меня, я сам. Тебя ж нельзя пить. Ты дуреешь. Как сейчас? Мог бы в драку опять связаться. Ну, ничего же не случилось. Чего ты... Ой. Нормально будет сейчас. Нормально? Да, нормально будет. Вот отец узнает, что ты машину разбил. Нормально вроде в кнепте. Хорошо, понятно. Стоп, стоп, полегоньку, носовая лебедка. Стоп, носовая лебедка. Как сейчас? Стоим на месте, так. Ясно. Швартов укрепить на месте. Машину отбой. Дождешься. Вышибут тебя из института. И отец не поможет. Поздно. Что поздно? Вышибать. Я сам подал заявление. Какое еще заявление? Об исчислении. Ну что ты врешь? О чем мне идти врать? Да ты что, Паша? Приказ подписан. Как же так? Ни с того ни с сего, с последнего курса. Вдруг? Совсем не вдруг. Ладно, о себе ты не думаешь. Ты хотя бы отца с матерью пожалел. Ой, перестань. Мать меня за человека не считает. Ей наплевать, как я буду жить. О, Господи. Отец! Ну, скажите мне, почему я должен жить так, как он хочет, и делать то, что ему нравится? Ты же пойми, меня же силком затолкали баблату в этот институт. Меня тошнит от электроники. Потом весь век горбатится в лаборатории под руководством папочки. Вымучивать диссертацию. Отец из тебя человека хочет сделать. По своему образу и подобию я не хочу. Понятно? Я хочу жить так, как я хочу. Быть самим собой, ясно? Ясно. Ничего не делать и жить на папины деньги. Я в гробу видел эти деньги. Я пойми, я сам могу заработать. Да что ты умеешь? Кто тебя возьмет? Загремишь в армию. Не на каторгу. Призовут, а служу как все, как положено. Ну, а потом? Наймусь дворником. Милое дело. Угу. Родителей позорить. А, не престижно махать-то метлой. А чё же не все шелестят о своей героической трудовой юности? Мы в твои годы землю пахали. Мы в твои годы на заводе вкалывали. Мы в твои годы... Ты уж тогда грузчиком на ликёры водочные. Можно на ликёры водочные. А еще лучше, знаешь что? Пивом торговать в палатке. Большие деньги зашибить можно. Завидную перспективу ты себе наметил. Твоя лучше, что ли? Иньяс. Замуж за дипломата. Светская жизнь за границей. Так ведь? Ты же ведь об этом мечтаешь. Дурак ты. Сама ты дура. Ну ладно, я пошла. Вали, вали. Кончай. Опоздаю. Куда? Ты что, не видишь, как лет? Мне хочется посмотреть монастырь. Это самое интересное здесь.
Вон внизу выставлены фотографии план острова. Монастырь закрыт на реставрацию, но тут, говорят, недалеко. 6 километров. Ого! 6 верст. Киселя хлебать. Что до меня, то мерзибаку. Мне не улыбается шлепать по лужам. Ну что, будем целый день сидеть в каюте. Ну и потом погода на озере меняется на дню 100 раз. У нас есть зонтик. Нет, дождь обязательно будет. Я же говорил, возьмем плащи. Ну и взял бы. Извини, забыл, что я прими, подай, пошел вон. Ну, Алексей, что сегодня с тобой? Сам же придумал эту поездку. И вижу, что сделал глупость. Скажите, мы так выйдем к поселку, а? К какому поселку? А тот, который возле монастыря. Наверное, выйдете. Видишь, их тоже интересует монастырь. Не монастырь их интересует, а торговая точка в поселке. Ты что, сегодня не с той ноги встал? С той. Самый, что ни на есть, той. Кстати, ноги я уже, кажется, промочил. Ну и что, я тоже промочил. Ну, Алексей, ну что, будем ссориться из-за ерунды? А что ты считаешь ерундой? Перестань. Пошли. Брось сигарету и не дыми мне в нос. Нос, а куда же тебе прикажешь топать, а? Пожалуйста, как к монастырю пройти? А вы не той дорогой пошли. Вам теперь придется Салих обходить. А далеко? По воде рукой подать, а берегом. А вы вот что, попроситесь подвезти. Он как раз молоко инвалидом в монастырь везет. Подождите, я сейчас спрошу. Спасибо. Пожалуйста, извините, я не могу. Все нормально.
меня довольно. Пошли назад. Но это же смешно. Возвращаться назад, когда уже почти дошли. К черту! Надоело! Ты что, с цепи сорвался? Сорвался! Это ты точно с цепи! Да, вот именно! С цепи! На которой ты меня волочишь за собой всю жизнь! Ты напомни, о чем ты говоришь? Идем назад! Отпусти мне руку! Или ты пойдешь со мной, или что? Я тебя... Ты хочешь меня ударить, да? Ну бей! Бей! Неужели это ты? Я. Господи. Живой. Пока живой. С ума сойти. Как ты живешь-то? Как живу.
Ну, сын студент. Так. Дочь кончает школу. Ага. А ты знаешь, ты не поверишь, ты вчера приснился мне. Да ну? А значит, там вот на берегу-то у фермы это был твой муж? Ты знаешь, кто мой муж? Ну? Алёшка Скворцов. Скворцов? Слушай, так его же подлугой... Да ребята видели, как его миной накрыло. Я помню, 17 числа в июле мы попали вот в самый пеклый... Его контузил. Попал в плен. В Ленинград вернулся только в 49-м. Да, значит, тоже хлебнул полной мерой. Не позавидуешь. Ну? Ну и что же он теперь? Чем занимается? Что делает? Директор института. Без пяти минут академик. Молоток, кучер с Александринки. Не сломался. Ну да, характер-то у него был. Ну, о чем мы говорим, Паша? Нет, нет, был. Ну, бог с ним, со Скворцовым. Я тебе говорю, был характер. Ведь он только вот в ту ночь перед боем в вагоне раскололся. Признался мне, что он в тебя был влюблен. Лёшка Скворцов, твой муж. Ну что ж, все путем. Ну что я могла сделать? Ты же исчез. Я посылала запросы всюду. Ответ один. Пропал без вести. Пропал, не убит. Вот, куда ты от меня спрятался? В инвалидный дом.
Да нас тут почти никого не осталось. Скоро и последние уйдут, как говорится, в мир иной. Господи, боже мой. Могло мне прийти в голову, что ты скрываешься. Что? Это же чудовищно, Паша. Какой ты имел право так мне не верить? Я бы помчала за тобой на край света. Ну, положим, на тот край, где я был тогда, ты бы не помчалась. Знаешь, когда в госпитале меня дорезали вот по сих пор, то таких протезов еще не делали. Ну вот, в Ленинград я не поехал, все равно ни отца, ни сестры уже не было в живых. Не буду врать, я думал о тебе, но не поползу же я к любимой на подбитой кожей задниц. Обо мне ты подумал, как Бог-то так бездумно распорядится нашими судьбами. Да как тебе сказать? Я решил начать все сначала. Но не вышло. Когда ты пропал, я ушла на фронт с Андружиницей. Не потому, чтобы тебя найти, а чтобы быть там, где убивают. Но меня даже не ранил. Я вернулась жить и ждать. А ты? Как жил ты? Как? Ну, как после войны? На всех углах, ты же помнишь, пьяные эти коллеги торговали папиросами в рассыпную. Я этим не промышлял, учился на гранильщике, хотел найти свое место среди двуногих. Но стоило мне зазеваться, как кто-нибудь швырял мне мелочь или рублевку. Ну, они не хотели меня обидеть, жалели, особенно бабы. Но мне казалось, что они указывают мне как бы мое настоящее место. Это меня сломало. А потом? Что было потом? Потом, ну что, дальше я тоже торговал папиросами, завел дружков, научился, как тебе сказать, качать права, драться, выручку пропивал. Ну, а как ты оказался здесь? Как оказался? Доставили с милицией. По тундере, по широкой по дороге, где мчится скорый Воркута, Ленинград. Пашка. Слишком надолго. Еще 30 лет мне не выдержать. А как же твоя семья? Ну, это моя забота. Но видишь ли, к сожалению, не только у тебя есть забота. У меня тоже есть забота.
Какая ни на есть, но тут идет настоящая человеческая жизнь. Понимаю. Своими обязательствами, отношениями, несчастьем. Да. И я отдал этой жизни четверть века. Да нет. Ты просто боишься. Боишься оторваться от этого берега. Боишься перемен. Боишься большой жизни, от которой ты отвык. Нет, Ань, ни черта я уж давно не боюсь. Я не хочу вашей большой жизни. Насмотрелся я на этих туристов. Тупые, оголтелые мещане. Гараж далеко от дома, видишь. Потом нет запчастей. Да не хочу, и все. Жизнь бывает разная, Паша. Да нет, я знаю. Конечно, люди разные. Есть люди, которые занимаются делом, но да, этих мне не достать. А с другими я не хочу. Ведь вот тебе даже не пришло в голову, что у меня может быть женщина. Смотри, как ты богат. Я могу бросить все, меня ничего не держит. А у тебя есть и друзья, и обязанности. И любимая женщина. Я не назвал ее любимой. Ни тебе, ни ей. Но она терпела меня 10 лет. А я терпела без тебя 30. Пойми ты, она меня поставила на ноги, научила ходить, а не ползать по земле. Думаешь, это легко? Надо превозмочь боль, надо... Ты думаешь, что все, кто катаются на тележках, не могут ходить? Могут, но так легче. Потому что напоминание людям о своей искалеченности доставляет мстительное наслаждение. Я знаю. Сам как прошел же мне через теперь себя. Жить? У тебя есть дети. Только не надо меня жалеть. У меня было предостаточно времени, чтобы задуматься о смысле жизни. Мое место здесь. Я им нужен. По мосткам, прямо до пристани. Открой, это я. Просим всех туристов. Танька! Тань, открывай! Ну чего? Ну чего? Сколько можно дрыхнуть-то? Все царствие небесное проспишь. Че-то у тебя такой блаженный вид. Я сегодня во сне летала. Слушай, Танька, я тебя вчера сболтнул насчет института. Ты уж пока предкам не говори. Сам скажу.
Я думал, ты вчера так трепался. Я завербовался на полярную станцию. Полуостров Кигелях радистом. На 3 года. Еще один подарочек папе с мамой. Святое семейство Рафаэля. Величие и простота человеческих чувств и отношений, то лучшее, что есть в человеке, художник выражает в своих произведениях. У капитана. А он-то при чем? Притом, кто-то должен отвечать. Да что же это они так долго с лодкой-то возятся? В такой холодной воде долго не протянут. Ой, я знаю, кто это. Это же тот парень, который вчера цыганочку плясал. Ой, жалко парнишку, напишут на работу. Вот до чего водочка-то доводит. Смотрите, под воду ушел. Ой, утонул.
Отдай направо. Вот беги. Ну, бей же! Говорил за тебя, а? Видел? Все, я выиграл. Давай. А как же тебя? Сейчас еще будет, Данил, вот увидишь. Вот такой футболист. Нет, я тебе гениально. Посмотрите, как он будет. Еще посмотри, посмотри, повтор. Опять вперед в углу и опять последует туда. Как он обошел? Затылком увидел прям. Ты видишь, как он? Он же показывает. Тормизом. Сколько это стоит? 18. 18.